Всем привет и сегодня я покажу вам все 17 автомобилей, которые вышли в новом обновлении контракты. Все они находятся прямо позади меня и вы сможете их рассмотреть. Также в сегодняшнем видео я покажу вам не только их небольшой такой обзор поверхностный, но и покажу вам как их самостоятельно вам заспавнить в конце видео чтобы вы смогли не только посмотреть это видео, но и смогли самостоятельно их себе заспавнить в игре и прокатиться на них, протестировать их перед покупкой GTA Online. Ну и перед началом попрошу вас просто подписаться на канал и поставить под этим видео лайк, чтобы не пропустить другие подобные видео в GTA Online, а также в GTA 5 сюжетке. Я себе их заспавнил в обычной сюжетке, потому что у меня здесь больше возможностей, на автомобилей и здесь как бы никто не мешает. Ну и тестировать автомобиль я в принципе советую вам в сюжетке, а не в GTA Online, а в GTA Online только покупать себе их, если они вам понравятся допустим. Также мы рассмотрим с вами их небольшой тюнинг, то есть раскраски и поверхностный тюнинг в принципе бампера и все остальное. Итак, давайте рассмотрим, в принципе, вот так вот визуально, что у нас в обновлении добавилось. Какие автомобили, видите, что-то похожее есть на Теслу, есть Калинон Роллс Ламборгини какая-то новая, Дочь какой-то Кадиллак или еще что-то, Астон Мартин, этот ровер или Лендровер, новый Хаммер добавился, мотоциклы и вот эти вот спортивные автомобили, еще один Кабриолет дополнительный в игре, что очень хорошо, очень мне он понравился, давайте посмотрим также его значок, вот такой, это Фистер по-моему, есть у нас еще Йога Кастом новая. И новый почему-то добавили грузовик, Мюл, пятый. Это уже пятый по счету в игре. Не знаю, в чем его прикол этого грузовика. Возможно, он какой-то бронированный или что. И еще добавили вот эту Бентли. Бентли у нас это похоже чем-то из реальной жизни, но не суть. Еще последняя это вот такая крутая ауди. В игре она называется, по-моему, Обей. Итак, давайте рассмотрим, в принципе, с самого начала я буду показывать каждую машину и сразу же ее буду тюни тюнинговать по максимуму. Итак, первая машина это у нас лампадати Кинкуэлла. Или Кинкуэта, что-то такое. Я, честно говоря, не могу понять, на что она смахивает. Скорее всего, какая-то Альфа-Ромео, потому что лампадати это и есть Альфа-Ромео в игре. Давайте сразу же в тренере будем смотреть ее максимальный тюнинг визуальный и, в принципе, такой технический. Здесь заходим в Modification и сразу же смотрим. Это у нас All Performance. Видите, добавились такие бампера у нас. Такой бампер. Давайте Armor и Available. Available уже это визуальный тюнинг. Можно посмотреть. Давайте посмотрим, какие у нас есть раскраски. Раскраски у нас здесь где-то в конце. Я буду смотреть в основном раскраски и такой максимальный визуальный тюнинг. Не затягивать это видео и вам было приятнее смотреть. Видите, какие у нас раскраски есть всякие разные с этим автомобилем. Флека, Ксеро, Редвуд и так дальше. В принципе, неплохие такие. Есть даже стоковые. Итак, переходим к следующему автомобилю. Следующий автомобиль это у нас вот этот крутой Rolls-Royce Cullinan. Я думаю, что не только у меня он один из самых любимых в игре, который добавится, но и у других Фанатов GTA автомобилей. То есть видите какой прикольный. Можно посмотреть его изнутри. Такой прикольный интересный. 140 там или сколько на спидометре. Миль. 240 километров. В принципе неплохой такой да. Давайте также рассмотрим его максимальный тюнинг. Модификейшн. Добавится вижу сразу же какой-то спойлер сзади. Как у Давидыча там да. Оставился. Армур и был. Ничего себе, ребята. А Валибол добавился у нас какие-то вот эти вот пластины бронированные. Плюс еще раскраска. Давайте рассмотрим остальные раскраски, какие у нас доступны здесь. Есть замена бронеплит. Видите, бронеплиты можно поставить себе, чтобы не было урона для водителя. Есть, кстати, также и раскраски. Язык пламени. Вот такие раскраски. Камуфляж. Вот эта раскраска крутая. Кстати, вот это неплохая. Видите, какие всякие крутые раскраски. Я по максимуму вот так вот по-быстрому вам покажу, а все остальное вы можете уже отдельно себе посмотреть. И в принципе тоже неплохой такой Rolls-Royce Cullinan у нас. Следующий автомобиль это новая Lamborghini. Есть самая быстрая Zentorno, Кстати, здесь ламбодвери добавили. Gassi Ignus называется. Смотрите, как круто двери открываются, как на каком-то Макларене. Давайте сядем и посмотрим. В принципе, салон у нее так себе, то есть салон это обычный. Зачастую на большинстве спортивных автомобилях в игре это 5 такой салон. Ничем не удивишь, салон они не делали. Давайте посмотрим визуальный тюнинг. Modification, перформанс, Ну такое, то есть почти ничего не изменилось. И был. Вот был уже покруче, смотрите. Как смотрится круто. По-моему это Lamborghini Sian из реальной жизни, скорее всего. Давайте также рассмотрим ее раскраски. Доступно в наличии 11 раскрасок. И каждую из них сейчас посмотрим. Есть белые полосы, черные полосы, тройные полосы, такие ару. Вот эта крутая раскраска тоже. Холодные ромбы, неплохая. Зеленый вайпер и свосер турбополосы. Плюс еще последняя вот эта, наверное, самая крутая. В принципе, Lamborghini довольно-таки интересная качественная, интересная крутая лампа. Следующий автомобиль это вот этот Buffalo. В игре он называется Buffalo STX. В реальной жизни это скорее всего Dodge SRT8 какой-то, да, новый. И Rockstar его добавили в игру. Давайте рассмотрим также визуальный тюнинг. Modification. Добавился вот у нас такой крутой бампер соседний. Это все тюнингуется на максимум, то есть все последние модификации. Армор и овалибл. Ну и здесь тоже раскрасок очень много. На этот раз Рокстары, как видите, хорошо подошли к автомобилям и к их тюнингу. Наверное, они услышали игроков и сделали все намного качественней. 13 раскрасок в наличии доступно. Давайте посмотрим. Стоковая. Синие гоночные полосы. Красные. Полоса Бравада. Бравада 2. Фукару. Фукару 2. И есть гоночный спрунг. Это обычная, есть также на обычном буфало, это понятно Гоночная Ред Шрам, серая такая неплохая Вот эта крутая и еще последний полукамуфляж Следующий автомобиль, ребята, который мы рассмотрим, это новый Грэнджер Грэнджер 2 Сделали они его намного качественнее и чем-то он мне напоминает какой-то Кадиллак новый, Эскалейд Но по сути Грэнджер, тот самый первый, он напоминал мне больше всего Шевроле э, Таха. И может это тоже Таха, но чем-то больше он на Кадиллак смахивает, как по мне. Давайте тоже рассмотрим его тюнинг максимальный перформанс. Ну видите, что добавилось в принципе ничего такого особенного, кроме багажника. Армор и авалюб вот этот. Ну здесь уже получше, то есть, видите, какая раскраска добавилась от Луи Витон, или как Версач или что-то еще. Также бронеплиты можно поставить себе, то есть, видите тоже бронированный получается. И 13 раскрасок тоже доступно, Который автомобиль впечатляет нас новым тюнингом. Огромное спасибо Рокстрам за такие крутые автомобили. Видите, раскраски у нас полностью новые. На этот раз они хорошо подошли к тюнингу. Такая неплохая раскраска, камуфляж охотничий. Патриот есть и Xero Gas. Сесанта Нова есть. Такая еще раскраска последняя. Следующий автомобиль это вот этот спорткар у нас пошел уже следующий, называется он Dibbao Head Champion или Champion, как правильно. Что-то он мне напоминает DBX или DBX Aston Martin новой версии. Давайте рассмотрим его тюнинг, также сама модификация, тоже ничего такого особенного, кроме заниженной подвески и кроме вот этого спойлера крутого такого. Давайте был посмотрим. Ну, здесь так же самое, как обычно. Опять-таки новые раскраски. Раскраска Британии есть флаг. Давайте остальные рассмотрим, какие у нас есть. Тоже у нас 11 раскрасок доступно к получению. Стоковая, то есть обычная, есть полосы. Такая раскраска есть огненная такая, Лос Сантос байкерская. Джекл Рейсинг, гоночная Писвоссер, Лам Худ, Пурпурное пламя, Gold, Мотоспорт. и последнее это Ателье Мотоспорт. Следующий автомобиль это вот этот новый Балер. В игре он называется правильно, по-моему, Балер СТ. Да, именно Балер СТ. Из реальной жизни, скорее всего, это Лендровер, но версия Лонг, такая как у Славы Мерло. Кто знает, кто смотрел? Я смотрел, какие у него автомобили, поэтому, в принципе, что-то мне он напоминает этот Лендровер Лонг особенно бронированный, по-моему, он здесь. Давайте рассмотрим его тюнинг. Тоже максимально заниженный, то есть добавился такой небольшой спойлер на заднее стекло. Плюс еще давайте остальное рассмотрим. Тоже есть, видите, вот у нас полосы, раскраска. 14 раскрасок доступно на этот раз на этом автомобиле. Так, давайте каждую рассмотрим. Полоски есть, такая есть. Всякие arrow. Такая военная, скорее всего. Баскетбол. Есть вот это. Пересекающиеся полосы есть Сосанта Нова То есть это Версач или как-то там Он называется Еще одна Сосанта Нова Камуфляж осенний, неплохой такой Я думаю, что его даже можно будет Там менять цвет этого камуфляжа Республиканский Вот, ничего себе, ребята Смотрите, какая крутая раскраска Это рейнджеры Неплохо так За короля есть раскраска Отчество и праздничные полосы. Скорее всего, это добавили к Дню Независимости США, вот эти последние раскраски, поэтому они здесь есть. Следующий автомобиль, это скорее всего в реальной жизни он нам больше напоминает Хаммер H1 или H1. В игре он мамот патриот военный. Есть лебедка такая, было бы неплохо, если бы ее можно было использовать. Такой крутой патриот у нас, неплохой внедорожник. Давайте также рассмотрим его тюнинг максимальный. И плюс еще, видите, раскраски есть. Добавились вот эти бронеплиты, скорее всего, да, на стекло. Как видите, тоже такой бронированный. Давайте рассмотрим более тщательно бронеплиты. То есть, если их убрать, то есть, видите, как они убираются. То есть, думаю, что этот автомобиль будут покупать многие. Также давайте рассмотрим раскрасок. Здесь 11 штук армейская есть, такая вот, патриот, всякие разные раскраски. В принципе, неплохие. Есть тоже флаг США ко дню независимости. Камуфляж есть, такой камуфляж и последний камуфляж. Дальше у нас один из новых мотоциклов, который добавили в GTA Online. Это у нас называется, по-моему, Нагасаки, да, Шиноби. Или Сузуки в реальной жизни. Ну, такой себе, довольно-таки резвый, если на него сразу же сесть можно посмотреть. Давайте рассмотрим его также тюнинг. Ну, ничего такого не добавилось, раскраски есть. Да, раскраски у нас тоже есть. Более такой тюнингуется этот мотоцикл. Раскрасок также 11 штук. Есть Нагасаки гоночная, такая есть. Вот эти все остальные раскраски, которые у нас доступны к получению. Есть Bubble Gun, камуфляж есть неплохой и рисунок 1100. Следующий автомобиль это вот этот спорткар. Называется он в игре Overflow Zeno. Да, более такой один из самых низких автомобилей в игре, который можно получить. Давайте также рассмотрим его тюнинг. Максимальный. Добавился такой спойлер сзади, плюс еще заниженная подвеска. Ну, остальное такой бамперов не очень. Армур и был. Тоже, как всегда, уже очередной автомобиль с раскрасками за что Рокстарам большое спасибо. Раскраски я очень люблю в игре, поэтому мне они нравятся. Есть белая полоса, есть черная полоса, красные линии, золотые, команда Candy Box, Fugue и гоночный спидлайн. Трехцветные полосы, мотомаркер, кстати неплохо смотрится, и ролиная последняя Redwood. Следующий автомобиль это вот этот крутой Porsche Cayenne или Cayenne как он называется правильно, в игре Фистер Astron. Я помню, уже есть подобный в игре к Porsche, но это скорее всего версия Macan из реальной жизни, потому что чем-то вот этот передний бампер на него напоминает. Давайте также его рассмотрим. Максимальный тюнинг почти ничего не добавил. Давайте раскраски также рассмотрим. Раскрасок у нас здесь, давайте посмотрим сколько, 11 штук. Есть вот это. Обычные, в принципе, вот эти похожие чем-то между собой. Вот это более такая элегантная. Что-то новое. Есть и вот эта раскраска Redwood. И последний это гонщик 53. Следующий автомобиль это вот этот крутой новый Pfister кабриолет. Я думаю, что его будут многие покупать из-за того, что у него откидывается крыша. Давайте его и протестируем здесь. Откинем эту крышу и посмотрим, да, довольно-таки неплохо, плюс еще безрамочные двери. Рамки на них отсутствуют. Неплохой такой спорткар, кабриолет, довольно-таки тонкое лобовое стекло, рамка лобового стекла. И все неплохо смотрится относительно. Давайте его также протестируем: тюнинг, all performance. Добавился сзади такой небольшой бампер, плюс еще спойлер, армор и валибл. Из вали был доступно, как видите, новые бампера плюс раскраски. Новогодняя раскраска с таким Санта-Клаусом, к Новому году добавили Рокстары. Раскрасок у нас получается здесь 12 штук. Черная полоса, вот такая раскраска, Комет, черная раскраска, это простые такие раскраска, 53, Рон неплохая, плюс вот это, Стронцо, Ретро есть раскраска, Легенда Рок-н-Ролла и последняя это новые Санты. Следующий мотоцикл, это последний мотоцикл, который Rockstar добавили. Чем-то он мне напоминает мотоцикл Ducati из реальной жизни. Ducati Diavel, скорее всего, прототип. Или еще какая-то версия. Потому что Ducati делают подобные мотоциклы в реальной жизни. Я думаю, что это именно он. В игре он называется Western Reaver. Давайте рассмотрим его тюнинг. Модификейшн, добавится вот такой э, запасной, так сказать, бампер. Или это сиденье такое, да? Можно там сидеть. И Available это у нас тоже раскраски здесь находятся. Давайте рассмотрим каждую из них. 11 раскрасок доступно. У нас ревер раскраска обычная. Вот эти вот. Ну, почти ничего не меняется, кроме каких-то полосок, да? Вот это камуфляж. Вот это неплохая Redwood. Prolapse, Xera и Sprung последние. Дальше у нас вот этот юга, По-моему, это третья серия или какая. Ну, короче, кастомная юга. Он довольно-таки медленный, этот бус. Такой туристический. Здесь нарисован также ламар под новое обновление. Ну, давайте его протестируем. Максимальный тюнинг, так же само. Modification и Available. Ну, такой себе, конечно. Один из самых, наверное, плохих автомобилей из обновлений. Раскрасок здесь нету. Есть только возможность поменять обычный цвет. Да я не думаю, что что-то сильно там поменялось. Дальше у нас вот этот грузовик мыл пятой версии. Давайте рассмотрим, что же он таким, чем же он отличается от предыдущих. Ну, пока что мне кажется, что он стал таким более поворачиваемым и более легко разгоняется. Но давайте рассмотрим тюнинг, перформанс и available тоже как бы почти ничего нету, бамперов каких-то, раскрасок тоже нету. Поэтому не могу сказать, что что-то новое здесь добавилось. Кроме самой модельки автомобиля. Предпоседний автомобиль это вот этот э, автомобиль. Называется он Genus Deity. В реальной жизни это я думаю, что все заметят за передние части кузова. То, что это Bentley. Но какая версия именно я не могу припомнить есть там версии Мулсан или Муслан и как-то еще такие четырехтверные. Я думаю, что это именно они, новые версии. Давайте рассмотрим тюнинг. Ну, Modification Performance добавилось много чего, включая бампера и включая вот этот крутой спойлер и габариты. Давайте рассмотрим раскраски, какие есть. А раскраски есть и есть также вот эти вот дополнительные бронеплиты. Раскрасок в наличии 13 штук. Давайте посмотрим каждую. Вот эта раскраска. Волосы есть такая. Такая раскраска. Ну, в принципе, такие обычные раскраски себе. То есть, ничего пока что особенного такого нету. Есть Сесанта Нова, то есть, более-менее хорошо смотрится. Модерн, Ее Величество, тоже ко Дню Независимости. Наверное, Британии или еще кого-то. И Золотые Листья. Вот одна из самых хороших раскрасок здесь. И последний автомобиль это вот этот Обей. Обей в игре он называется Айваген. Или же в реальной жизни я думаю, что это скорее всего какой-то QX Audi или еще что-то там. RS какой-то. Честно говоря, не силен в этом всем. Потому что Audi и моделек здесь очень много. Давайте рассмотрим также тюнинг, перформанс. Добавилось люк, наверное, да? Давайте посмотрим, убирается ли он. Нет, люк остался, то есть просто заниженная стала машина. Плюс добавился спойлер. И о был тоже у нас доступны такие раскраски. Раскрасок тоже 11 штук. Давайте рассмотрим камуфляж. Тенцуп. Такая раскраска. Эстенция и э, турбо кисама. Айваген обычная. Вот это тоже полоска. Legendary мотоспорт. И гоночная последняя Кэнди Бокс. Ну, в принципе, такой себе автомобиль. Плюс в том, что очень много раскрасок в этих новых автомобилях Rockstar нам добавили. Ну а теперь давайте я покажу вам, как же добавить эти автомобили себе в сюжетку, как их самостоятельно протестировать, чтобы зря не тратить деньги в GTA Online, и как их заспавнить так же, как и я. Чтобы автомобили найти в обычной сюжетке, вам понадобится установить Simple Trainer, а также меню Trainer и Script Hook. Способ работает только в сюжетке и в онлайн я с этими модами не советую вам заходить. На время онлайна вы просто себе их возьмите и удалите. Но пока в сюжетке, то можете себе протестировать. Загружайте Simple Trainer вот этот. Потом меню Trainer с этого сайта. Нажимайте Download Latest Release. И скриптук 5 последней версии. Нажимаем показать папки. И вот у нас в загрузках есть все файлы, которые мы скачали. Также я отдельно оставлю Spawn. Вот здесь будут все команды для спавна этих всех 17 автомобилей, в которые вы можете зайти и найти их в игре с помощью трейнера. Но давайте для того, чтобы их заспавнить, пока что установим трейнер. Открывайте корневую папку с вашей игрой, где она у вас находится. Опять-таки повторюсь, что это способ только для сюжетки. И на время онлайна вы эти моды удалите, иначе вы не сможете зайти в GTA Online. Открывайте меню Single Player и закидывайте его просто в вашу GTA. -шку перекидывайте там, где у вас приложение. Я буду пропускать, потому что он у меня уже там есть, вот он. Далее открывайте Simple Trainer, этот Trainer 5. И вот эти два файла закидывайте тоже в папку с игрой. Закинули их туда. И последний это скриптук 5. Бин открываем, input 8 dl обязательно закидывайте туда. И скриптук 5 dl тоже сюда закидывайте в папку с игрой. Если вы захотите потом зайти в Get Online, то просто удалите файлы, которые вы копировали. То есть меню, вот этот оси, вот этот файл скриптук input 8 и trainer 5. А также папку меню став, которую мы скопировали. Потому что иначе в онлайн вас не пустит. Это чисто тест для сюжетки, чтобы их посмотреть более детально и прокатиться на них. Все мы это установили, давайте теперь покажу вам как это найти в игре. Итак, сюжетку мы с вами запустили, и как же найти эти автомобили в игре, есть два способа. Просто запускайте на клавишу F8, нажимаете несколько раз, запускается у вас такое меню трейнера. В option заходите, в Экле спавнер. И здесь, где вкладка Супер, здесь все находятся все эти новые автомобили. Они туда добавляются. То есть видите, Зену, этот новый, который у нас в этом обновлении, вот он, кстати. Есть и остальные, которые там. Давайте попробуем найти. Э, sc 1 нет, это старое обновление. На некоторых, возможно, будут картинки. Есть, кстати, Игнус, тот новый, который добавился. Вот он, ребята. Это новая Lamborghini. Но можно сделать проще. Я написал для вас все эти 17 автомобилей отдельно. И вот эта команда для спавна каждого из автомобилей. Как же ввести, допустим, одну из этих команд? Допустим, вот этот Comet. Comet S2 Cabrio. Давайте ее заспавним. У нас здесь написано Comet 7. То есть команда для спавна. Возвращаемся в нашу игру. Заходим F8. То есть Vehicle Spawner, Vehicle Options. В спавнер заходим, и здесь в самом низу есть Input Model. И вводите просто Comet 7, так же как и я ввожу и 7, и Enter. Видите, у нас заспавнился тот Porsche, который из нового обновления, вот он, такой кабриолет. Так себе можете протестировать любой автомобиль, заспавнить себе и прокатиться перед покупкой в GTA Online. Способ работает. И я для вас оставил эти команды, чтобы вы смогли себе так вот их заспавнить, так сказать, да. Что ж, на этом у меня все. Если вам понравилось это видео и обзор, подписывайтесь на канал. Также на время игры в онлайн обязательно удаляйте модификации. Видео по удалению модов я оставлю в описании под видео этим. Сможете себе пересмотреть. А на этом у меня все. До свидания. Всего хорошего.